Сикс, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня ко мне пришла 7-я посылка из Америки с куклами Monster High и Ever After High. И я думаю, вам будет интересно посмотреть, что же внутри. Поэтому давайте поскорее откроем нашу посылку. Па-бам! Итак, смотрим, что же тут есть. Ну и ну, как же здесь много кукляш. Однако открывает нашу посылочку Apple White из серии Dragon Games и Poppy O'Hare. Куколки со своими милыми дракончиками. А также я напоминаю вам, что этой серии даже посвящен мультфильм Ever After High, который также называется Dragon Games. Далее у нас идут две симпатичные русалочки Дракулаура и Клодин Вольф из серии Great Scary Reef. Между прочим, плавники у кукол светятся. И это мы с вами рассмотрим подробно в обзоре на них. Еще одни куколки в этой посылке – это целый сюрприз. Сет влюбленной парочки Алистера Вандерленда и Банни Бланк. Набор посвящен свиданию на карнавале, чему и соответствует название «Карнавальное свидание». О, а тут есть аж парик Лагуны Блю базовый и ее костюм. Как же это круто, я уже соскучилась по мейкап-туториалам. А вы? А вот тут я еще вижу еще один парик Лиззи Хартс базовый, и он даже с короной. Я уже чувствую приятный аромат. И как вы думаете, кто это? Ну, конечно же, это две сладенькие эверяшки из новой серии Birthday Bell, или же Бал в честь дня рождения. И это Розабелла Бьюти и Сидор Вуд. Коллекция посвящена дню рождения, на который девчонки пойдут с классными подарками для именинницы или даже именинников, чьи имена пока знает только Маттел. Дополняет мою серию Ghouls Getaway еще две куколки в этой серии. Это вампирша Элизабет и королева джунглей Джейн Булитл. Данная коллекция посвящена тропическому отдыху монстряшек, что и намекает как название коллекции, так и необыкновенные наряды монстряшек. Также в этой посылке пришли перевыпуски эксклюзивных серий. Это эксклюзивные перевыпуски Клео и Фрэнки из серии D-Tired, а также Gloom and Bloom, Клео и Клодин Вульф. От своих прошлых выпусков эти куколки отличаются глазами и материалом одежды. На дне коробки спрятались миниатюрные фигурки Monster High. И первое, что я вижу, это фигурка, винилка Клодин Вульф из серии... Какой? Из серии Schools Out. Далее идут питомцы Monster High. Питомец Франкенштейн, питомец Гули Елпс, Дракулауры и питомец Клодин Вульф. За мной расположена почти вся коллекция виниловых фигурок на данный момент. И если ты ждешь видео про мою коллекцию винилок, то поставь лайк и напиши в комментарии. Опа-на! Смотрите, что я вижу! Это же настоящий сундук сокровищ Monster High! Что же там внутри, мы узнаем чуточку позже. А на этом наше видео подходит к концу. Ставь лайк, если тебе понравилась посылочка, и пиши в комментарии, на какую куклу